С этой компанией мы начали сотрудничать осенью 2014 года. Мы заказали первую газорезную машину для того, чтобы убедиться, что это будет изменение по сравнению с тем качеством, с той скоростью обработки, которую мы имели. Мы увидели положительные результаты и начали работать с ними дальше. И вот по одной машине в год мы примерно обновляемся. На следующий год у нас есть план еще купить одну, может быть, даже две машины купить. Мы имеем возможности и желание расшириться, чтобы улучшить толщину реза, улучшить качество. Первая машинка была тоже уже в ТПУ. Вот, она, соответственно, была поставлена для толщины оптимальной до 30-40 мм. Вот, вторая машинка уже была приобретена более мощная, то есть, во-первых, там уже была более совершенная, то, что поставили на нее метр шаговых приводов сервопривода. Вот, и возможность резки там уже увеличилась до 60 мм оптимально. Вот, в данный момент идут переговоры об установках с резкой до 100 мм. Мы имеем возможность сейчас уже с тремя машинами обслуживать их с меньшим количеством персонала. И персонал в том числе, у них сейчас проходит обучение, что маловажно. Потому что машины нового поколения, все машины постоянно идут на улучшение по параметрам, по характеристикам. Thank you.